Добрый день! Или ночь, или что там у тебя. А, неважно. Важно, что я сейчас буду говорить о такой штуке, как V-Project. Если ты смотришь это видео, то, возможно, у тебя возникла проблемка. После чистой установки игры или же использования нескольких SDK на одной машине, при запуске приложения может возникнуть вот такая ошибка. Но что делать? Все очень просто, у тебя есть два пути к одному решению. Первый вариант – командная строка. Вызываем окно и вызываем командную строку. После чего, внимание, пишем setx, пробел, vproject, пробел, кавычки, и сюда вставляем адрес папки с твоим модом или игрой, где лежит game.info. Если это второй эпизод халвы, то Programs Files, Steam, Steam Apps, Common, Half-Life 2, EP 2. Закрываем кавычки и жмем Enter. Если написал все правильно, то командная строка скажет «Успех!». И теперь попробую запустить тот же фейспозер. Все работает! Вариант второй. Еще проще. Если ты боишься накосячить в командной строке, то есть альтернатива. Вызываешь окно и пишешь слово «переменных». И выбираешь вот это. Далее просто нажимаешь вот тут «Создать», где в названии пишешь «vproject», а в описании все тот же адрес рабочей папки. Это может быть как Half-Life, так и Portal, так и Dota, и Contra и так далее. После чего все должно работать. Кстати, если не дай боже у тебя возникает ошибка при запуске вот такая, тебе может помочь максимальное разрешение твоего экрана. У меня так было. Ну, а на этом я, пожалуй, закончу. Удачи, тамадачи!